Бизнес-ангелы – так называют себя опытные бизнесмены, готовые делиться своими знаниями с новичками. Лично мне непонятно, зачем им это, ведь они воспитывают в себе конкурентов. Так давайте сейчас это и узнаем. Я даже не задумывался над этим вопросом, честно скажу, что я могу взрастить себе конкурентов. Да и слава богу, на самом деле. Вячеслав Покацкий – один из самых известных бизнесменов Бурятии. В центр «Мой бизнес» он пришел, чтобы дать наставления начинающим предпринимателям. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Это первое правило, и поэтому бояться ошибок – это глупо. Энтузиазм, вера в цель – это главная задача, но в то же время должен быть холодный расчет. На сегодняшний день нельзя к бизнесу подходить с ненаучной точки зрения. Вот это еще одна ошибка, которую часто совершают молодые предприниматели. Они не обучаются. Это деловое мероприятие приурочено ко Дню российского предпринимателя. Совет профессионалов понадобился владельцу квестов в Улан-Удэ. Его планы на будущее – расширить свой бизнес. А сейчас хочу развитие бизнеса. В прошлом году у нас была пандемия. Очень все это подрезалось, многие квесты закрылись. Я арендовал помещение, мне сейчас нужно новое помещение. Я уже не хочу в аренду, а хочу свое. Молодые предприниматели, молодые ученые могут приходить с идеей, но она должна быть финансово описана, должна быть рентабельность проекта показана, сбыт по проекту должен быть показан по продукции. И тогда наши уважаемые предприниматели, бизнес-ангелы готовы финансировать, рассматривать возможность финансирования в данные проекты. Причем для этого не нужно бегать в различные инстанции, а прийти в одно место или позвонить в одно место на горячую линию, например, одного окна и получить по принципу там, многофункционального центра какую-либо услугу или ответить на какой-либо вопрос по развитию собственного дела. В центре «Мой бизнес» предприниматели могут получить более 140 видов услуг в режиме одного окна. Поддержка оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Алтана Мункуева, Диана Лобанова, телекомпания АТВ.